Сегодня в нашей программе Corner Shop, Backworld, Nocturnal Emissions, Nom, Beggars Opera и Таня Донери. Открывает нашу встречу песня Beggars Bliss в исполнении американской группы Luna. Песня группы Луна. Перевести это словосочетание можно как «блаженство нищего». Это одна из лучших песен из нового CD-сингла группы Луна, который называется «Бобби Перу». По-моему, это имя одного из героев в фильме Дэвида Линча «Wild at Heart».
Ну что ж, пойдем дальше. На очереди группа из Англии, состоящая из выходцев из Индии. Называется она Corner Shop. И сейчас мы услышим одну из версий их нового хита «Brimful of Ash». Music all in your radio.
Эша. Так называлась композиция, точнее говоря, Sofa Surfer Solid State Radio Mix с одноименной 45-ки группы Corner Shop. Выпустил этот сингл новая британская независимая стремительно развивающаяся фирма Vija. С 45-ками и синглами мы пока закончим и перейдем к альбомам. Любопытный альбом дистрибьютируется фирмой World Serpent. Альбом называется Holy Fire и принадлежит группе Backworld. Основу этой группы Джозеф Баденхользер, известный музыкант, в прошлом участник проектов нью-йоркских авангардистов Лидии Ланч и Джима Фитуса Тирвилла. Послушаем одну из песен с этого альбома, которая называется «Come with Joy». Thank you.
так называлась песня с дебютного альбома группы Backworld под названием Holy Fire. Эта пластинка распространена Serpent, несмотря на то, что выпущена фирмой Harbinger House в Америке, в Нью-Йорке. Это, собственно, фирма Джозефа Баденхойзера. Я думаю, что можно констатировать, семена, брошенные Death and June и Current 93, на американскую почву дали первые всходы. Но, тем не менее, вернемся в старую добрую Англию, где творит известный авангардист, электронщик и деятель постиндустриальной культуры Найджел Эйрс. Его проект Nocturnal Emissions пользуется заслуженным авторитетом среди почитателей подобного рода музыки. Вышел новый альбом под названием Zarmon Crape & Goo, видимо, какое-то кельтское слово, где Найджел Эйрс попытался соединить музыку традиционную для кельтов, волыночную музыку и индустриально-амбиентное звучание. Послушаем одно из произведений с этого альбома. Представил Найджел Эйрс на новом альбоме Nocturnal Emissions, который называется Zarmon Crape & Goo. Выпущен этот альбом фирмой Solil Moon.
А теперь новости отечественной независимой сцены. К Новому году приурочен выход нового альбома ленинградской группы «Ном» под названием «Евро». Группа «Ном» озабочена проблемами Объединенной Европы, а также интеграцией России в эту самую вожделенную европейскую цивилизацию. Послушаем заглавную песню с этого альбома. Одним из самых интересных советских ансамблей. У этой группы есть своя мифология, свои свежие музыкальные идеи, как мне объяснил Сергей Кагадеев, лидер ансамбля. Сейчас у «Нома» с альбомом «Евро» начался поп-период. Они решили стать поп-звездами. Ну, посмотрим, что из этого получится. Хотя альбом, на мой взгляд, получился достаточно любопытный. Я думаю, что скоро многие из вас увидят также веселый клип, снятый постоянным режиссером группы «Ном» Денисом Леоновым на песню «У нас не едят червей».
«Экзотика». Панорама альтернативной музыки для тех, кто мыслит и действует альтернативно. Наступило время нашей архивной странички. Сегодня мы перенесемся на 26 лет назад, в далекий 1971 год, для того, чтобы послушать одну из любопытных групп прогрессивного рока, которая называлась «Beggar's Opera» – «Опера нищих». Сейчас мы услышим композицию из альбома «Waters of Change», которая называется «Time Machine» – «Машина времени». Так называлась песня шотландской группы Beggar's Opera из альбома Waters of Change, выпущенного в 71 году культовой этикеткой Vertigo.
Напоследок новости от лейбла 4ED, где вышла 45-ка Тани Доннелли, в прошлом участницы Trailing Muses, и Белли. 45-ка состоит из трех замечательных песен и называется The Bright Light, Яркий свет. Песенки оптимистические, хотя со вторым дном. Ну и на прощание Тани Доннелли, Яркий свет. Танцевальная вечеринка, экзотика.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня Лену Петрову пришлось заменить мне, ведущему программы «Экзотика», Андрею Борисову. Поэтому наша танцевальная программа сегодня будет, может быть, не совсем обычной. Сегодня мы будем слушать музыку в стиле даб. Для тех, кто не в курсе, попытаюсь в двух словах объяснить, что такое даб. Если вы услышали мелодию, напоминающую замедленный регги, четкую партию бас-гитары, акцент на слабую долю такта и множество различных ревербераций, то, безусловно, вы слушаете даб. Современный электронный даб появился из музыки регги, которая, в общем-то, в конце 80-х явно разделилась на очень быструю составляющую, которая называется рага, и очень медленную даб. Сегодня мы послушаем стильную музыку в стиле электроник даб. Where you going? Where you going? Where you going? They serve Napa Valley champagne. Everybody smokes big cigars. The season will swing. Thank you.
Звучала композиция немецкой группы Non-Place Urban Fields, которая называлась Style of a Substance. Мое личное знакомство с дабом началось в середине 70-х с пластинки Аугустаса Пабло, известного ямайского музыканта, наверное, первого в мире дабстера. Называлась эта работа, если мне не изменяет память, Africa Must Be Free. Дальше были New Age Steppers, продукции фирмы On You Sound, пластинки Адриана Шервуда, Дуга Вимбиша, Пикли Блана и многих других людей, работавших в стиле Electronic Dub. Ну что ж, а сейчас мы продолжим нашу даб-вечеринку. Прозвучит композиция Calling Elon в исполнении Watershell vs. Incarnate. Thank you.
Колин Илон, так называлась композиция «What a Shell» против Энканей. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Меня зовут Андрей Борисов, но сегодня я работаю Леной Петровой, поэтому мне придется развлекать вас всевозможными современными танцевальными ритмами и звуками. Для этого я подготовил один очень интересный компакт, который выпустила фирма «Стальплат». Это пластинка «Муслим Гаус», называется она «Оккупированная территория». Состоит она из ремиксов вещей «Муслим Гаус», сделанных различными представителями современной танцевальной сцены, в основном европейской. «Муслим Гаус» вообще это вывеска, за которой скрывается дизайнер-график из Манчестера, которого зовут Брин Джонс, ему уже около 35 лет, и он работает в музыкальной сфере лет 15, выпуская замечательные необычные пластинки, состоящие из электронных и перкуссивных звуков, различных ритмов и звуковых коллажей. Сегодня мы послушаем танцевальные варианты, его мелодии изготовлены различными группами. Начнем мы, пожалуй, с композиции, которую смикшировали из материалов «Муслим Гаус» англичане OUT Conjugate, она называется Unlevel Line.
Level Line. Так назывался ремикс, сделанный на тему музыки Muslim House группы OUT Conjugate. А теперь от этнического амбиентного даба мы потихонечку перейдем к музыке более веселой в стиле джангл и drum and bass. Это будет композиция, точнее говоря, ремикс группы Self-Transforming Machine Elvis, который называется Rise Ya Hanzub. Thank you.
«Райс Яханзуб» – так называлась версия музыки «Муслим Гаус» в исполнении группы «South Transforming Fashion Elvis», точнее ее лидера и главного в группе созидателя идеи Стефана Азадзински. Ну что ж, теперь опять вернемся к дабу. На очереди дабстер из Лондона «Зион Трейн» с композицией «Ак Индаб». Thank you.
Это мы ознакомились с пластинкой «Оккупированные ритмы». А теперь перейдем к оккупированным частотам. На очереди композиция «Non-Place Urban Fields», которая называется «Хан Йонис», версия 2. Thank you.
Wrestling Girls в интерпретации Non Place Urban Field. Композиция называлась Han Yunis, часть вторая. А теперь People Like Us со своим ремиксом музыки Wrestling Girls под названием Muzzle of the Sight. Композиция Muslim Gauss Muzzle of the Side, точнее ее ремикс, а еще точнее Gargle of Tube Mix, выполненный группой People Like Us.
Сегодня вы слушали программу «Час альтернативной музыки для танцев». Развлекал вас вместо Лены Петровой Андрей Борисов. Мы прослушали некоторые композиции с нового двойного компакт-диска, который называется «Оккупированные территории». Этот альбом состоит из композиций, точнее говоря, ремиксов музыки «Муслим Гаус», сделанных различными европейскими электронными группами. А на прощание совсем курьезный номер с этого альбома. Это сам Брин Джонс ремикширует музыку «Муслим Гаус», композиция под названием «Abuse».